Всем привет, с вами мисс Аля. И как я обещала в прошлом видео, мы будем обследовать пятиэтажку заброшку. Посмотрите, какая она большая. И здесь, по слухам, повесился мальчик. Но он не хотел вешаться, так получилось. Он упал на провода, и шея запуталась в проводах, и ему никто не мог помочь. Он не мог сам выбраться, потому что он ходил сам на эту заброшку. Вот такая страшная история. Не знаю, правда или нет, но это рассказывают в школах. Там собачка пищит. Ну, идем. Если бы оно тут было, не знаю, очень тонко закреплено, то тогда бы мы упали. Тут так страшно. Бутылки побиты всякие. Окна. Смотрите, тут какая-то дырка. Шприц. Смотрите. С иголочкой. Вот, с иголочкой. Наверное, вам не видно, что он с иголочкой, но он с иголочкой. Вот тут как будто всякие лекарства побиты. Вот тут еще один ход, чтобы забраться на второй этаж. Тут вниз. А тут уже завалено. Тут всякие проходы. Главное, чтобы тоже не нарваться. Вот, смотри, тут балкончик. Какая бутылка непонятная стоит. И вот еще бутылка. Какой-то тут проход был. Не знаю. Какой-то провод или что это? Железяка какая-то. Еще дырочка и там. Столько много. Давайте поднимемся на самый последний этаж. Посмотрим, что там. Ночная птица, он уже пробрался в дом.
только второй этаж. Ты слышишь оборону, придается взглядом, и все стоит очень. Гляньте, а тут кирпичи разные. Тут какой-то коричнево-оранжевый, а тут светлый какой-то. Давайте подниматься на самый последний этаж. Ну так странно. Итак, мы на самом последнем этаже, на пятом. Там такое большое, ну, пространство, наверное, там зала была. Да. Тут песочек. Тут. Вот тут, тут у нас было завалено кирпичами. А сейчас нет. Тут, наверное, был туалет. Шва кабинка, наверное. Тут всякие камни. Тоже, как и там, был балкончик. Ого! Смотрите, а тут сетки нету. Тут просто вот так вот и все. А сетки тут нету. Тут можно очень высоко. Там грядка. Смотрите. Овечки. Посмотрите. Тут и тут что-то написано. И там еще КВ. И тут что-то классное с буквой. Но тут больше всего видно. 14.08. А тут... Ряки-маляк. Пошлите на балкон выйдем. Чисто. Тут же можно постоять. Ого, как высоко. Проводов я здесь не видел. Значит, про мальчика это было неправда. Наверное. Может, провода уже убрали. Пойдемте в гостиную. Потому что мы там еще не были. Очень темно. Вот мы уже заходим в большую комнату. Но я это называю гостиной. Смотрите, какое здесь пространство. Тут тоже нету. Как я там говорила, тут тоже нету перил или сетки, а тут чуть-чуть. А, птички полетели. Тут очень много комнат. Вот тут есть комната маленькая. Смотрите, там просвечивается. Ого, а это, значит, ведет на крышу. Тут проход на крышу, я боюсь, я туда не полезу. Ну, может, следующий.
все видели в следующий раз. И какая-то лестница, тут недоверие, потому что вдруг она упадет. А там, наверное, хотели достроить какой-то этаж. Раз, два, три. Какой-то кружочек. Полукруг. Полукруг. Теперь есть доказательства, что тут птички летали. А там поломанный балкон. Там нету, чтобы перила там нету. Выключено. Их тоже рядом с улицей. Давайте кинем перышко. Только оно будет лететь. Как вертушка полетела. Там дети ходят. Ой, здесь даже не спуститься. Тут плиты всякие понаставлены. И там написано зеленым ник. Тут написано опасно. Какой-то крест нарисован, немецкий, тут везде такие. Там. Да, и тут тоже там. Наверное, тут по всей лестнице такие немецкие кресты. И там, наверное. Ну, наверное. Сейчас я посмотрю. Нету, тут нету. А, хотя есть. Там только. Боже, тут везде немецкие кресты. Тут, наверное, Гитлер жил. Ну вот такая сегодня была заброшка. В следующий раз мы пойдем на заброшку с большой-большой трубой. Ой, тут матрас. Смотри, матрас. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!